То есть, что они делают хитро? Они, те религии, которые появились после нас, это, кстати, от Бога, чтобы они не были язычниками. Потому что среди язычников нам вообще не сладко было. Поэтому, как говорится, лучше, когда у них есть религия и вера в Бога. Не такая, как у нас, но все равно, например, мусульмане, в принципе, верят почти как евреи. Евреям можно молиться в мусульманском мечети. Ты знаешь, знаешь, что мечети может, еврей может молиться в мечети. Знаешь почему? Потому что они верят в единого Бога. А в церкви нельзя, потому что Троица. Троица – это не один, который не признает. Но это, но более-менее. Короче, поэтому Машиах, это будет, давай, говори, кто будет Машиах? Это евреи, не может быть другим. И евреи придут для кого? Для евреев. То есть придет еврей, потомок Машиаха, то есть потомок царя Давида, который, то есть, это будет божественное проявление, наступит мир, не будет войн, вот. Колено потерянное Израиля вернутся в Израиль. Пророк Илияху огласит о его приходе, так оно сказано. Вот. Но самая главная идея, что царь Давид – это еврейский царь. Те, которые хотят к нему примазаться, это неплохо, то есть примазываются. Чтобы псалмы Давида, они во всех религиях придерживаются. Но дело в том, что они же нас делают плохими, а нашего царя хорошо. Как это может так быть? Так, иди подстрахуй Танюшу. И нехай ця зима.